Независимое телевидение Севастополя с самого первого дня специальной военной операции на Украине освещает события, рассказывает факты и транслирует мнение. Все это вылилось в специальный проект «Взгляд из Севастополя на Украину». В интервью мы ищем ответ на вопрос, где и в чем истоки и причины сегодняшней ситуации. Поднимаются темы дальнейшего развития событий и будущего России и Украины, темы вечных ценностей русского мира. Интервью с интересными людьми о спецоперации, общественными и политическими деятелями, участниками пророссийского движения в Севастополе, военными корреспондентами и добровольцами, которые не остались в стороне, теперь можно посмотреть и в эфире 10 канала. Благодарим 10 канал за сотрудничество и рада поделиться с жителями Мордовии нашим циклом интервью «Взгляд из Севастополя». Приятного просмотра! Передачи цикла «Взгляд из Севастополя» будут выходить в эфире 10 канала по будням после 18 часов вечера. В ближайший вторник, 20 декабря, смотрите передачу «За чертой страха. Мир на ладонях», созданную журналистами независимого телевидения Севастополя, о работе сводного отряда МЧС России по разминированию социально значимых объектов и территорий в Луганской Народной Республике. 120 суток. Более 86 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов. Без малого 800 в день. А значит, сотни, тысячи спасенных человеческих жизней. Светлана Лашина, «Наши новости».